Ландшафты, интерьер дома, офиса, кафе или парка, создание личного стиля и многое другое – все это задачи дизайнеров. В обычной жизни практически все, что нас окружает, спроектировано ими. Волгоградский институт бизнеса стремится воспитать хороших специалистов, что заметно по уровню и качеству дипломных работ студентов-дизайнеров. Проекты, как всегда, разнообразные, каждый из которых отражает интересы своего автора. Я именно себя в этом нашла. Мне это нравится, да. Интерьер я тоже могу сделать, вот, но именно к чему лежит душа, именно то, что вот нравится, это декоративный натюрморт. Мне очень понравилось именно сам процесс, вот, то есть это прям мое, я почувствовала. Вот. Решила дипломную работу тоже сделать именно то, что у меня получается, и то, что мне нравится. Вот. Делала я ее очень долго, 4 месяца я ее рисовала. Заказчиком проекта выступил Волгоградский институт бизнеса, и картина займет достойное место наряду с другими работами. Стоит отметить, что институт в роли заказчика выступает очень часто. Но если раньше такие проекты выполнялись исключительно для внутреннего интерьера, то в этом году дизайнеры принялись за фасад здания. Анастасия Шубина и Виктория Семенова получили задание оформить нишу, которая расположена в стене вуза. За основу взяли образ Святой Татьяны, покровительницы студентов. Я очень счастлива, что училась в этом заведении. Очень хороший преподавательский состав, и мне приятно оставить какой-то след после себя. Я рада, что мне дали такую тему. Какой из этих двух проектов все-таки украсит стену, еще предстоит выбрать. Студентам, заказчикам у которых был не институт, задача предстояла не менее интересная. Особенно стоит отметить проект Дарьи Сундуковой «Неограниченное пространство для людей с ограниченными возможностями». Это интерьер для квартиры инвалида-колясочника. За подобный проект студенты ВИБа берутся впервые, хотя обычные интерьеры, жилые и общественные, делают довольно часто. Еще один проект – оформление жилого интерьера, заслуживший одобрение комиссии и твердое. Пятерку принадлежит Наталье Грабыльниковой. Эта работа – еще одно подтверждение, когда человек занимается тем, что ему нравится, итог превосходит все ожидания. Проект реальный, то есть это реальная семья. Вот. И с учетом ее пожеланий была выполнена работа. Вот. В дальнейшем, возможно, она будет воплощена в жизни, либо, может быть, комнаты какие-то отдельные, может быть, даже все, либо взята будет стилистика или цветовое решение этого проекта. К чему больше душа лежит? Наверное, оформление жилых помещений. Ну, вообще, в дальнейшем хотелось бы работать по профессии. Работа дизайнера, хоть и творческая, но очень сложная. Необходимо продумать все до мелочей. Усердие, знания и, конечно, талант играют здесь очень большое значение. Ежегодно кафедра дизайна проводит конкурс, победитель которого получает право на бесплатное обучение в ВИВе по направлению подготовки дизайн. Очередная защита состоялась, и большинство оценок, конечно, положительными, и мы их ожидали. Проекты интересные, тематика разнообразная, как всегда. Среди учащихся школ, колледжей, учреждений начального профессионального образования конкурс по рисунку, который дает такое право – бесплатно учиться, либо со скидками. Такой конкурс мы будем проводить 4 марта в 2 часа здесь у нас, в учебном корпусе Института бизнеса. На кафедру дизайна можно прийти в любое время до этого и уточнить информацию. В понедельник будет выложено положение на сайте об этом конкурсе. И всех, кто желает получить образование по направлению подготовки дизайн, мы ждем 4 марта в 2 часа дня на кафедре.